Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. И сегодня мы начнем серию с охоты. Я тут подстрелил индейку уже, хорошую. И где-то тут должен быть охотник, совсем недалеко. Сразу продадим ему тушку. Я ее уже освежевал, перья с нее взял. И еще посмотрим... Так, селинг. Что у нас есть интересного? Плохая шкура крысы. Нам она точно не надо. Беличий хвост. Можно продать. Продаем. Плохая беличья шкура. Тоже продаем. Насобирал я где-то этих белок. И... За $1 тушку индейки покупает. Мясо крупной дичи. У меня, наверное... Не хватает уже места для... Ух ты! Ладно, я продаю все вот это мясо. У меня не хватает уже места для... Да. Для готового, приготовленного мяса. Вот этого всего. Поэтому продаем мясо птицы. Ну, кстати, мясо упитанной птицы я еще не готовил. Я просто перед записью серии приготовил все, что можно было приготовить. И вот это все, что у меня осталось. Так, давайте посмотрим еще, что у тебя можно купить. Предметы. Приманка, масло, томагавки, ножи. Чертежей он никаких не продает. Седла. 10 змеиной кожи в превосходном состоянии. Любой змеиной кожи. Превосходная шкура пумы, кабанья. Кожа аллигатора. Медвежья шкура, бобра, пантеры. Тут никого поблизости нету из вот этих вот ребят. Так, что у нас тут? Понятно. Ну, понятно, это бонусов нам никаких не дает, как я понимаю, все вот это добро, к сожалению. Просто меняет наш внешний вид. Вот. Такие штуки мне, если честно, как-то не нравятся совсем. Барана, свиньи. Так. Это чапсы серьезные. Лось... Превосходная шкура оленя, да? Вот такие вот чапсы можно будет сделать из превосходной шкуры оленя. Нужно, значит, найти где-то оленя поблизости, и здесь они есть. Ну, во всяком случае, так карта говорит, что здесь есть оленя. Там вот мой лагерь остался, я, как обычно, его не собираю, конечно же. Это, наверное, лось, да? Пойдем посмотрим, что там. Может быть, лось нам все равно, нам все пойдут. Главное... чтобы были в превосходном состоянии. Возьмем обязательно шалфей. Все, возьмем всю траву. Нам все это пригодится. Шалфей, видимо, пока не пригождается. Раз мы его до сих пор с собой носим, значит мы ничего не делаем с ним. А это у нас табак. Табак берем обязательно. Из табака можно делать всякие тоники, которые восстанавливают нам меткий глаз. Табак нужен просто... Вообще. По самое не могу. Так, индейки снова. Кудахчут тут. Но индейки нас... Какое место хорошее. Лисички. Лисичек у меня было немного, но, по-моему, я из них до сих пор ничего так и не готовил. Так, вот слышу, там какое-то крупное животное. Очень возможно, что это даже лось. Лося страшные звуки издают. Пойдем, ну как раз, примерно туда, куда метка моя указывает. Что вот это у нас? Шалфей. Ладно, шалфей, нам душиться надо. У меня есть много рецептов издушиться. И вот задушиться я бы... Походил бы, пособирал бы ее с удовольствием. Так, только не падай, Артур, пожалуйста.
Так, хорошо. Там моя Гера стоит. Там лагерь какой-то, походу, появился. Но мы сейчас больше просто охотой займемся, а не эксплорингом. На гору забраться хочется, чтобы получше осмотреться можно было. Так. Вижу несколько оленей, которые все уже куда-то уходят сразу. Так, чувствительность. Такой белохвостый нам не подходит. Сразу будем искать третьего качества, чтобы наверняка... Там их два было, кстати, да, один в тени прятался. Второго качества и... А, и этот второго, ну, понятно. Братья-близнецы. И был где-то еще один. Вот он. А вот этот нам подходит. Я, по идее, дострельну. Да. Ой, я надеюсь, Гера тут нормально спустится. Это еще как будто бы стрельбу какую-то слышу такую из какой-то мелкокалиберки. Понять не могу. Может, просто потрескивают где-то деревья в лесу, да? Такое нормально бывает. Давайте погрузим целиком тушечку сюда. Есть еще амулет, который не дает тушам портиться. Не то чтобы на тушах можно много денег заработать, мне кажется. Но это, в принципе, интересный вариант, такой амулетик себе сделать. А, стоп, я не сюда пошел, я по меточке пошел, а нам надо к охотнику вот сюда. А, я убрал только метку. Ладно, найдем так охотника, он где-то недалеко, вон палатку его вижу. Окружен индейками. Так, хорошо, давай разделаем тушку сразу где-нибудь здесь. Бросить, так, освеживать. Блин, все в таком тумане. Что, музыка какая-то или звук что-то такое страшное было? Шкура оленя-самца. А, так, мы... Где ты там? Не вижу тебя. Все в тумане. Так. Ну правильно, по идее мы просто продаем ее. А шкурка, в смысле тушка. Thanks, mister. О, тушка еще нормального качества, еще даже не это, даже второго не стало, прикольно. Good hunt. You selling? Да, да, продаю. All right, let's have a look. Сколько денег предлагаешь? $5. Ну, если бы можно было телегу с собой взять и таких нагрузить, я не знаю. Штук 20. И они, если бы не портились, тогда было бы интересно. Так, а теперь давайте посмотрим на купить.
И что мы там смотрели? Улучшенное снаряжение, по-моему, какое-то, да, нет? Или нет? По-моему, в одежде. Шкура овцы. Это в аппете. Превосходная шкура оленя. Мне, может быть, ее нужно все-таки с собой просто... Перо индейки. Два пера у меня есть. Блин, мне, наверное, надо... Короче, обычные шкуры не работают так, как легендарные, походу, для крафта. Нужно просто, чтобы они были у меня на лошади там или как-нибудь еще. И это беда. То есть легендарные шкурки... А, вот, нет, все нормально, все так и работает, все верно. Нужны ли мне эти мокасины? Вот в чем вопрос. От холода не защищает. Мне они не нравятся. Еще и 17 баксов стоят. О, вот эти мне нравятся. Боже, это просто шикарно. Надо идти на скунсов охотиться. Вот это мне нравится определенно. Неужели у нас ничего больше нету, на что нужна шкура оленя-самца? Давайте посмотрим в этом списочке. Мокасины из вот этого комплекта. Но мне на самом деле вот очень понравился комплект вот этот. Шапка из бизона просто потрясающая. Что у нас еще тут интересного есть? По-моему, мне больше одной шкуры оленя-самца и не нужно. Даже. Змеиных шкур много. А, ну, кстати, из оленей кожи... Перчатки. О. Перчатки — это интересно, кстати. Жалко, что тоже они... Особого толку какого-то не дают. Ну, кроме тепла. К сожалению. Может быть, полный комплект будет давать бонусы? Там есть одежда, которая дает какие-либо бонусы нам. Кроме тепла и этого, бонусы к нашим характеристикам. А, давайте я сделаю... перчатки у меня где были? Да, не туда, давай. Сюда. Перчатки сделаю, допустим, да? А теперь... Мокасины... Пастух, точно. Да, на мокасины нам нужна вторая шкура. Получается, когда мы легендарного животного убиваем, то мы получаем... шкуру на все нужные предметы из этой шкуры. А все остальные шкурки придет сюда. Ну, понятно, мы их просто продаем, и они там у него остаются, как бы. Хорошо. Все, правильно. Систему я понял, в принципе, правильно. Как я понимаю, продавать не обязательно вот этому охотнику. Продавать можно куда угодно. Ну, где можно продавать. Ну, наверное. Давайте еще тогда посмотрим... Именно, может быть, на оленя пойдем поохотимся, чтобы не самец, да, а именно самочку оленью поищем. Тут должны быть где-то, опять же, недалеко. О, прям так недалеко. Так, второго качества.
Нам, блин, где третий был? Прям на меня идет? Или не идет? Вот. Ты там мне и надо. По идее, если мы даже, наверное, разделывать не обязательно, мы сейчас ее продаем, целую тушку, и шкуру мы получим. Насколько я понял. Давайте мы это тоже сейчас проверим. Просто белохвостый олень. Да. Right, let's see. А, еще я хотел посмотреть... Перья индейки. У меня было на счету 2 пера индейки. Превосходная туша оленя $7 стоит. Так, проверяем. Горец. Ну, с шапкой с такой. Ночной ковбой. Так, теперь осталось вспомнить, где я видел... Где-то недалеко здесь были, по-моему. О! Да, превосходная шкура оленя нам засчиталась, то есть разделывать их не обязательно. Можно привозить и продавать сразу. Что-то здесь было еще из перьев индейки. У меня на счету было 2 пера индейки. Я вот 3 продал еще. И хочу посмотреть... Но упорно их не вижу. Может, егерь? Во! Теперь 5 перьев индейки здесь есть. Все хорошо. Ясно. С охотой разобрались. Более-менее понятно, как это работает. Убиваем, продаем тушу, получаем... материалы. Но еще нужно как бы проверить, продать бизона, может быть, какого-нибудь возле лагеря. А ну-ка, давайте пойдем сейчас. Мы в любом случае будем в лагерь возвращаться и... Ух ты, здрасте. Альберт Мейсон, снова требуется наша помощь. Вы... А, ну недалеко, кстати. Да, пошли к нему. Я с удовольствием. С удовольствием. Только меточку я что, походу не поставил? Ну и олень белохвостый, а. О. Все, пошли. Ну, сейчас будем по дороге смотреть, что там как. Может, лагеря какие с бандитами найдем. Посмотрим. Ну вот, кстати, уже там какой-то лагерь виднеется. Давайте заглянем, что там. То в прошлой серии я так бежал. А сегодня бежать не хочу. Сегодня хочу осмотреться, но серия тоже будет... Тоже будет, как будто бы прошлая была короткая, как я говорил. Ну ладно, посмотрим, что получится у нас. Ну, кстати, возле водоема, может быть, какие животные интересные будут... Давайте, наверное, лучше пешком. Мало ли, вдруг там действительно бандиты. А я, кстати, оружия не взял никакого нормального. These here are city folks. They're gonna have trinkets and all. I want food, not trinkets. Can't eat trinkets. Well, food don't go make you pretty. You ain't never gonna be pretty. That ain't how you was acting last night. You shut up about that. Oh. Вот так вот оказалось. Я ему в ухо попал, по-моему. Где он?
А, он убежал куда-то? Он типа меня не нашел и свалил? О! Там старый двухствольный дробовик. Неинтересно. У меня такое уже есть. Не могли нормального оружия принести, но... 4 жевательных табака. 4. Сильно. Точно, ребята, из поворота не туда, эти мёрфи. Я надеюсь, соседи не докучают вам своим сверлежом. О. А, блин, это был мужик простой, я не обратил внимания. Я лутаю всех подряд, они тут мужиков притащили, значит, и разделывали. О, да, у меня как раз кофе заканчивается. Помада для волос. Мажется тут, значит, помадой для волос и... Не будем о том, что они потом делают. Что-то какой-то лагерь у них никакой вообще. Ладно. Никакой так никакой. Я хотел посмотреть, тут место классное. Вот сюда хотел заглянуть, к воде. Тут как будто бы водопад еще. И радуга вроде бы виднеется, да. Да, там водопад. Животных я... Только птиц всяких разных вижу. Птицы тоже нам понадобятся рано или поздно. А вот там кто у нас? Ну, наверное, обычный олень. Да, белохвостый. Ну, нам он не надо. Пока что. Так. Все, Гера, пошли. Да спрячь ты эту винтовку. А, или ты не можешь второе оружие спрятать? А, вот так вот типа спрятал. Ладно, понятно. Окей, girl. А? Это что такое было? Я не нажимал спешиться. Странно. Надо патронов к вармент винтовки купить. Как раз на мелкую дичь будем охотиться. Ой, мы кого-то, по-моему, сбили, нет? Так, оленя нам не надо. Может быть, сделать... Может, там в настройках было... Настройка по поводу движения лошади. Что-то по типу, чтобы лошадь, может быть, шла все время, несмотря на то, куда мы смотрим. А то неудобно, когда я поворачиваюсь, то все, лошадь как-то
Короче, надо вот отучиться этому разворотом на лошади, потому что часто полезно будет. Эй, мистер! Это не тот, с которым мы на перегонки бегали возле Строубери. Так, тут у нас вроде бы тоже только одни олени. Простые, неинтересные. Там вот звуки какие-то прям. Кто-то издает ужасные, но это не олени. Это, мне кажется, кто-то побольше. Лось. Может медведь какой-то даже, но больше похоже не на медведя, на какого-то. Кто-то тут оленя прибил. И даже ничего с ним не сделал. А ну я сейчас посмотрю в настройках. Вот, вот эта настройка, она у меня стояла по положению камеры. Давайте по положению лошади поставим. Может быть, так будет чуть получше. И я вот ускорение прицеливания немножко пониже сделал. А то какая-то фигня иногда слишком быстро, иногда слишком медленно как-то. Так, ну мы мчимся такие, да? И... О! О, все равно как-то неудобно. О, нет, теперь еще более неудобно, потому что привыкать к этому нужно. Ну, хотя, че, мы вот... Развернулись, типа... Мчимся, выровнялись там как-то по дороге, да, и... Можем постреливать назад. И лошадь поворачиваться не будет. По положению камеры она разворачивалась до этого у меня все время. Надо попробовать. Надо опять же приучаться будет к этому движению лошади. Так, давайте сейчас мы... Что у нас? Смородина. У меня было... цель съесть две разные ягоды в лесу. Это ягода, вот это вот. Ягода. Отлично. Так, сейчас выполним испытание. Только надо было съесть, а не собрать. Так. Съесть. За там какое-то время быстро съесть две ягоды внизу. А! Стоп. Четыре. Или это может быть, типа, не за время? А, это может быть не за время, может просто 4 ягоды, типа. А такую мы, наверное, уже ели. Или что? Ладно, пойдем сейчас еще тут, я вижу. Чего-то съедобного. На что это похоже? Дикая морковь пойдет. Для этого будет то, что надо. Для коня моего. Свистеть он не может, когда собирает что-то, мне это не нравится. О, душица, наконец-то. Вот душица, надо запоминать тоже, как она выглядит, потому что душица нужна в многих кулинарных рецептах. Хорош. Ну, из тех, которые у меня есть. А еще есть множество рецептов, наверное, которых у меня нет еще. Вон тут прям классный лес. Много всего мы тут полезного насобирали. Дом, кстати, стоит. Дом этот... отмечен на карте. Ребята мне говорили, что дома, которые на карте не отмечены, могут быть очень интересными. Что вот это? Я что-то не понял. Это белка? А, тут-то, точно. Так. Много очень белок. Кабан есть? Ну, кабан далеко. Давайте, может быть... О!
Вот эта белка меня интересует сейчас. Вот это она, да? Ну куда ты поднял? Наверное, Вармент винтовка тоже для белки жирновато, крупновато, да? Потому что ее просто взорвало. Да, многовато. Многовато. Ну, не успеваю изучить его. То есть Вармент винтовка все-таки для не настолько мелкой дичи, как белка. Ну, Гера, ну нельзя так, ну. Дай на кабана посмотреть. О, а кабан ничего такой. Надо... Что пишут по поводу кабана? Либо винтовки. Надо про белку почитать. Чем советуют белку? Чем, интересно, советуют белку бить? Так, ну, я, наверное, кабана просто разделываю, сразу беру его шкуру. По идее, на лошадь она должна не одна поместиться, кабан небольшой. Вот, нежная свинина. Кабаний клык тоже нам понадобится для каких-нибудь амулетов или чего-то типа того. Okay, then, girl. Вот, и таких шкурок надо будет нагрузить побольше. И потом попробовать в лагере, кстати, продать, да? Мы вот в сторону лагеря куда-то едем. Попробовать в лагере продать. А потом посмотрим как-нибудь, у охотника они появятся, эти шкуры, которые мы продали в лагере, или нет. Так, надо не забывать, что лошадь я перенастроил сейчас. В дом я заходить что-то не стал. Мне кажется, что там кто-то живет, и они будут не рады меня видеть. Совсем. Так, нам, по-моему... А, мы же сейчас к этому идем. Точно, точно, точно. Я уже забыл про этого Альберта. Думал, что мы идем в лагерь, а мы к Альберту идем. Так, тоже множество оленей. Надо, наверное, меткий глаз сейчас восполнить себе будет. Обязательно. Easy. А, ага. Ночью типа его нет. Я пока сюда скакал. Альберт уже смылся. Вот, блин. Альберт уже смылся. Ну тогда, раз Альберта нет, пошли. К бизонам. А бизоны на карте не отмечены здесь. Но я точно помню, что где-то они были. Где-то здесь, наверное. Ну, идем куда-то сюда. Не буду я ждать рассвета и Альберта. Потом как-нибудь к нему еще вернемся. Сейчас в лагерь пойдем. В любом случае... Чего-нибудь интересное в лагере будет у нас. Так, ой, сложнее немножко управлять лошадью стало теперь. Наверное, просто потому, что непривычно.
Будет ли так лучше? Я такой бегу, скачу, значит. Скачу и... Да все равно та же фигня выходит. И все равно... Просто отпустить... Выровнять лошадь куда-то, да? И... Стрелять там как-то... Ну, короче, я не знаю. Я верну лучше, как было. Можно будет просто в... В режиме от третьего лица как-то... Не, ну от этого. В режиме меткого глаза пробовать стрелять, если уж очень понадобится стрелять на лошади. Куда-то назад именно. Тут в этом проблема. Так, койоты. Койоты нам тоже понадобятся. Можно попробовать койота в арминт винтовкой бахнуть. Но для этого, опять же, нужно первым делом... осмотреть, что у нас тут за цели, которые все уже куда-то убежали. Койоты где-то вон. Где-то они есть. Трава высокая, не видно ничего. Это здесь бегали эти ребята. Ладно, идем вот туда, в сторону дыма, посмотрим. Может, там еще какой лагерь бандитов будет, я не против его зачистить. Но не спешим. Ты кто там? Коза. Что-то... Коза нам тоже нужна. Чё с козой не так? Альпийская коза. Надо посмотреть. Чтобы на всякий случай... карабин. Вот тут как раз берем в армент винтовку. Она у нас карабин в армент называется тут. И попробуем этой козочке зарядить в глаз. Подождем, пока она подымет голову. Можно позвать, конечно. О! По-моему, я промазал. Ух ты ж, неубиваемая коза. Ну... Это был, видимо, не самый лучший карабин для... Для этой козы. Мы, наверное, тушу продырявили и шкурку не получим нормального качества. Да... Но мы ее освежуем все равно. Негоже так животных бросать. Хотя бы мясо с нее возьмем, можно будет поджарить и поесть сочненько. Ну и шкурку, ну, можно в лагерь продать будет всегда. Она места много занимать не будет. Да, тут надо винтовку посерьезнее. Хорошая. А, кстати, да, шкура была первого качества. Мы из-за амулета взяли третьего качества. Блин, белку, значит, мы просто взрываем. Это и винтовка. Я же правильно, я же из вармента стрельнул по белке или из снайперки? Вроде из вармента. Снайперка у меня сразу через оптику открывается. Так, оленя там нам не надо. Давайте сейчас жевательного табака лупанем. Давай, садись. И пойдем посмотрим, что там. Лагеря уже нет? Как он... Просто исчезает, когда я отворачиваюсь. Как это работает? Был же здесь вот лагерь, буквально в 20 шагах. Ха. Ну дела. Теперь там уже вдалеке где-то. Ну это прям... А, вот, может, yep. Может это? Лагерь. There we go.
Не спеши. А, наверное, вот это вот он. И мы не видим там, да, кто? Похоже на лагерь от Дрисколов. Стандартный такой. Что там за лошадки у нас? Далеко. Там вообще в лагере как будто бы нет никого. Это не лагерь, это дом какой-то. Классный дом такой, кстати. Ну, давайте уже в этот хотя бы зайдем, просто потому что мне он так понравился. Реально такой крутецкий. О, стой, стой. Ха, карточка. Здравствуйте. Hey, I ain't in the mood for no visitors right now. Go on, get. Relax. Понял, понял. Я ушел. Я ушел. Не в настроении для посетителей, говорит. Whoa, whoa, wait. Что-то четыре лошади, а такой топот, как будто бы, я не знаю, стадо целое бежит. Так, мы практически до сюда уже добрались. Давайте как-то думать, как нам в лагере топать. Где я там за бизонами бегал? По-моему, где-то... Здесь я, наверное, не мог бегать. Была бы территория открыта, правильно? Здесь тоже бегать не мог. Пойдем за лошадьми, наверное. Ну и в сторону лагеря будем двигаться. Что у нас? 42 минуты уже. Как? Как 42 минуты уже прошло в этой игре? Мы за эти 42 минуты ровным счетом ничего не сделали. Только охотились. Вот еще один лагерь. Это уже больше похоже на лагерь бандитов. Easy now. Нет. Вроде нам сразу бы пришло сообщение, что это лагерь бандитов, да? Просто незнакомцы. Что с вами, мужики? Вы так спите странно просто. Hi, fellas. О. Get out of here now, damn you! Все какие-то нервные. No oh, о. Yeah. Easy there, easy. Не, ну знаете, мужики, это не дело. Я к вам по-нормальному подошел. Поздороваться. Вы хотите по-плохому? Ну, будет по-плохому. О, тише, тише, тише. Спрячь оружие. Я хотел, называется,
Геру погладить. Сейчас бы погладил ее, конечно. It's okay, girl. Just a scratch. Перчатки оленя, да, у нас новые. Сразу заметно. Так. Ради персика. Все это ради персика было. Ну, мужики, че вот это палить сразу? Я же начал уходить, че вы? Это на зомби вообще похоже. Так. Но у меня вроде бы не упала честь. Или упала. Я не знаю. По-моему, я не обратил внимания, как минимум, чтобы честь падала. Патроны к пистолету как раз хорошо. Но какие-то вот лагеря вот эти вот, да, бандитов и не только бандитов, я не знаю. Это были бандиты или не очень, они какие-то бесполезные. Какой-то хлам, даже денег нету. Никаких. Лошади тоже все разбежались. Ладно. You're a brave girl. Что у нас? Что вот это я уже не помню. Тысячелистник нам не надо. У нас его и так много. Равнина такая классная. Но, видимо, не на этой равнине я видел бизонов когда-то. Ну, идем спустимся. Давайте посмотрим, вот кто вот это у нас. Енот. Слишком далеко, чтобы его изучить. Я не хочу, енот, изучать тебя. Easy. И он уже убежал. Куда-то. Я не хочу изучать енота. Ну, полоскун двухзвездочный. Давайте посмотрим, вот, например, на енота. Что нам... Ну, серьезно. Серьезно. О, тут кто-то мертвый лежит. Труп чей-то. Он тут, да, наверное, метка каких-то енотов. Так, значит, нам надо помощь. Не помощь. Сюжет. Прогресс. Прогресс. Справочник. Еноты. Это у нас барсук. Енот. Лучше взять карабин вармент. Их мясо съедобно, хотя и жилисто. Окей. В принципе, если мы убьем, да, енота второго вот качества, то у нас будет шанс... Получить шкурку третьего качества. Как я понимаю, правильно же? О, еще один лагерь бандитов. Короче, у нас сегодня серия будет посвящена лагерям бандитов. Дай, пожалуйста, шкурку третьего качества. Освежевать, наверное, сразу
И... превосходную. Превосходную, превосходную. Превосходную. А, хорошая. Жилистое мясо. Да, даже с амулетом, в принципе, ну, мы получаем шанс на получение более качественных шкурок, но шанс это... это шанс всего лишь. Так, это не тот лагерь, от которого я пришел. Тот вроде был сбоку, вот с того. Или я... нет, это не тот лагерь. Тут кто-то живой даже еще есть. You're okay, girl. По-моему, это Адрискалы как раз. Да. Наверное, я все-таки слезу. Мне хватит Вармент, не Вармента, а этого Спрингфилда. Так. Страшно? Only they'd been friendly. Но у нас есть еще по, опять же, по прогрессу через справочник, если посмотреть, банды парня Дрискала. Два лагеря мы нашли. По идее, это третий. Нет? Или третий у меня был в неудачной серии? Может быть. Не-н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 е. Как не вовремя этот отдохнуть у костра появилось. Не, я кофейка бы выпил бы, наверное, но... не сейчас, не сейчас надо. А он, кстати, кофе было. Вот разве что на кофе к Адрискалам приходить. Хоть какая-то польза. Да, грабить, ограбить, все правильно. Хоть бы карточки сигаретные у них были, я не знаю. Или просто дорогие сигареты. Хотя бы иногда встречались. А, кокаиновая жвачка, бандита. Нет, брать я не буду бандита. Кусок хлеба, соленое мясо, возьмем запасы. Вот молотый кофе обязательно. И вот, по-моему, вот эту коробку можно открыть у них было. Или нет, надо было... да, эту. Осмотреть, все правильно. Лекарства нам не надо пока. Это что такое было только что? То, что я нажал? Что я сделал? Ну, вроде бы все. Вроде бы все. А ну, кстати, на зайца посмотрим. Зайцев, по-моему, тоже писали, что в армию винтовкой надо стрелять. Прогресс. Вот это мне, правда, не нравится в справочник так далеко заходить. Потом 150 кнопочек нажимать. Лучше взять, да, карабин. Странно, а чё же меня белку туда разорвал? Наверное, я снайперкой стрельнул все-таки.
неловко получилось. Тогда неловко получилось. Что у нас тут? Это ягоды, да, какие-то были вроде. Малинка. Но малина не то чтобы мне очень интересно. Я бы... Это у нас неизвестный гриб новый. Зонтик. Для приманки на травоядных. И вот эта приманка, которая у меня есть, она сейчас приманивает обычных. Написано. Для приманки обычных животных. Может быть, будет какая-то приманка на легендарных? Или их не надо приманивать? Может, и так норм. Так, мы там у кого-то не лутанули? Нет, всех лутанули, просто когда два крестика рядом. То так не очень отображается. Так, зонтики у нас, походу, появились. Где же мы бизонов-то видели? Наверное, по дороге вот сейчас по этой пойдем в лагерь. И в следующей серии займемся сюжетом в лагере. Да, у нас сегодня такая серия охоты на диких животных и бандитов выходит. Время сжирает, игра просто горы. Hey, так, стоп, погоди. Что там у нас? Птички летят. Ну, вроде больше кроме птичек ничего и не видно. Стоп. Это кто у нас? Кто? Койот, по-моему. Там, по-моему, был... Третьего? Нет, не было. Там, когда меняется... по-моему, не было третьего. Трехзвездочного койота. Ладно. Вам повезло, койоты, сегодня. Вилорог. Давайте хотя бы вилорога возьмем. С собой в лагерь. Бизонов я не нашел. Но хотя бы вилорога заберем. Бизоны, по-моему, вот здесь вот были, на этой равнине. Так, погрузить. Давай. Все, а теперь помчались в лагерь. Надеюсь, тушка не испортится. Потому что будет неприятно, если испортится. А еще мне интересно, что с этим заданием, которое... от этого фотографа. Ночью он не фотографирует. Смогу ли я его сейчас днем найти? Это я. Все свои. Давно я в лагере не был уже на самом деле. Так, я куда-то мимо проскакал, как будто были что. За дорогу уже забыл даже. Так, и сразу на кухню. Давай на кухню. На кухню веди меня, мой верный конь. Привет. Так. Ну-ка, продаем все, что мы здесь. Точнее, не продаем, мы жертвуем, правильно? Белку. Шкурку. Превосходная кабанья шкура. То есть вот ради эксперимента. Могу я пожертвовать шкуру здесь? Превосходную кабанью и... О! Хорошо. И...
Появится ли это все у охотника? А ну, по улучшениям давайте глянем, что у тебя. Оленя. А, наверное, слушайте. Наверное, здесь свой набор шкур получается, правильный. Там свой набор. А вот и, да, кабанья шкура. То есть, короче, нужно там охотиться, отдавать все туда, и тут охотиться, отдавать все сюда. Понятно. Кожа кабана просто. Ну, посмотрим. Я еще проверю на всякий случай. Ну, по идее, если мы не видим здесь... Хотя из оленей шкуры я вроде перчатки сделал, да, или... Вот. Туша велорога. Короче, еще нам улучшать и улучшать здесь все. Охотиться и охотиться. Множество часов. Множество. Что там у нас происходит? Новые какие-то... Охота с Чарльзом. Следующую серию начнем с охоты с Чарльзом, я думаю. Я думаю. Посмотрим. Вот эту охоту я тоже делал, когда у меня была серия там без звука. И как раз там на бизонов мы, по-моему, охотимся. Или что-то такое. Но, увы, в этой серии уже не успеваем. Долгая была дорога в лагерь. Долгая. А вот этот появился. Да, просто днем нужно приходить. Я понял. И на этом мы, пожалуй, прервемся. В следующей серии обязательно продолжим. А пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Увидимся в следующей серии.